Привет! Еще не надоело играть на посредственных серверах? Приглашаю тебя на сервер Minori RP. Тут ты найдешь приятное комьюнити, разнообразные профессии, уникальную карту, отзывчивую администрацию, приятный интерфейс и много, много всего нового. А также для всех новых игроков действует промокод на 1000 рублей. Присоединяйся к нам, тебе понравится. Здорово! Да, вот такие пироги, я уже спешу вас опередить, сказав то, что автор скатился, ведь видео выходит меньше, чем 20, 30, 100, 130 и так далее минут. Поймите меня правильно, я, конечно же, с удовольствием бы сделал куда более емкий ролик, ну, если бы было что записывать. Но меня вдруг осенило, и я понял, что если убрать из ролика какие-то ненужные моменты, которые ни к чему абсолютно по якобы сюжету не приводят, то он получится не таким большим. И давайте немножечко вернемся в зиму 21-22 года, когда мы только с вами познакомились. Тогда ролики были около 10-15 минут, и было исключением, если они длились дольше. В общем, я зашел на сервачок, сейчас по промикам посмотрю. Это уже активированный был. А этот? Этот тоже уже получал бонус. Если что, ребята, вы можете на паузу ставить, немножечко замедлить скорость и посмотреть, что там за промики. Они также в описании будут. Так, теперь мне нужно сделать банду. Да. Зачем, спрашиваете вы? А затем, что у меня палят также аккаунт по тому, что у меня нету никакой банды. Поэтому делаем топ-1 клан сервера. Топ-1 клан. Как прикол. А чё мне дверей не видно? А, я понял почему. Да я сначала на Боброграде был. Там чуть-чуть поиграл. Потом сразу зашел без перезахода в Гаррис Мод на другой сервер. Ого. Я понял, что здесь было. Я понял уже. Я все понял, блядь. Так это чел умный дом делает, чекаво. Пиздец. Скрипач-оружейник умный дом сделал. Вот он. А я за ними понаблюдаю, что они будут делать. Марсик пытается взломать. Опа-оп, камерой смотрит. Лях, сколько тут. Иди нахуй отсюда. Скрипач. Я в Ютубе. Человек я. ПРП. Говно съебись. Взорвалось в небе. Дядь, по-хорошему, не говорю, съебись. Сам съебись. Еще раз говорю, съебись. Ебать у него голос. Еще раз говорю, сам съебись. Сэр, прекратите раскидываться. Ксения, встаньте, пожалуйста. Я так больше не буду, я сознаюсь. Где не встал? Так оснований нету его арестовывать. Первый раз даю предупреждение, на второй раз арестую. Хорошо, ты понял, я вас нет, понял. Оснований. Я понял, понял. Нормально говорю, пушка, нет, пиздец. Ебать. Для Dark RP такой войс пойдет. Я вот, если бы вы видели, как я сижу, я сейчас вам покажу, ребят, подождите. У меня, сука, буквально микрофон возле рта находится. Я вам покажу потом на стадии монтажа. К стене лицом встал. Кьюзи, их встаньте, пожалуйста. К стене лицом встал. И стоишь. Вандализм. Данный гражданин опять кидался фигарно. Вандализм. Вандализм, так вандализм. Гнить в тюрьме, как вот этот чел, я не собираюсь. Тут от него только кости, блять, остались. Ну как посадили, так и вышел, ребята, думаю, да? Бля, иди нахуй. Иди сам нахуй. Не надо мне квартиру. Мне нужно на балкон, на улицу, на ту крышу. Ну, там через паркур забирайся. Я тебе сейчас дам, блядь, через бордюр. Да, я на улицу пройду, сука. Да ты воняешь, иди отсюда. Да ты сам, сука, от тебя несет, как от помойки, блядь. Дай пройти и все. Ты воняешь, иди отсюда. О, пиздец, тебя, это, взрывают. Стой, да, блядь, сейчас, смотри, ебанет. Пиздец. Ебана в рот. Лицо Ксения. Это ограбление. Это рейд. Блять, что с твоим голосом? Я даже боюсь тебя. Ну иди давай отсюда. Спасите, помогите. Спасите, помогите. Майки.
Это РП момент, Дарк РП. За это убивают разве? Причина убийства бездомного. Он, во-первых, не думал вкачу, а второй день. Задолбал. Это не причина для убийства, это РДМ у тебя. Не дома в каче. Как я тебе, блядь, дом найду в каче? Я бездомный, блядь, ты видишь, что за профессия у меня? А, ну да, тут же такие все РПшные, не видят, что за профессия. Угу, угу, хорошо. Прекратите избивать гражданина палкой, или вы будете арестованы. Ну нет, так нет. У тебя нон-РП, когда ты бил палкой по стенам NPC. Все, 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 админ мод сразу врубил другого. Это неадекватное использование оружия. Ты по NPC и стенам просто так бил. Это неадекватное использование оружия. Сейчас я тебе форму дам. А где 60 человек-то, я, блин, не могу понять. 31 админ, из них еще, ну, обычных игроков 60. А где вы все? Часть в АФК стоит, в залупе ковыряется, да, на спавне? А остальная часть что делает? А на еще колени. Что тебе сделать? Не дома в каче. Не дома, нахуй. А еще у меня неприкосновенность в законах про... О. Новожалоба. Куда ты пошел? Стой. Лагает, если сюда, смотрю, сейчас я развернусь. Все, вы с собой съели. Кодовое имя — злой гений, который смог меня вытянуть на еще одно нарушение Voice Abuse. Он уже решил, что оно у меня есть, и ты никак ему обратно не докажешь. А еще он меня арестовал, когда у меня неприкосновенность. Лагает сейчас, подожди. Фриарест. Фриарест? Ну все, бани его сразу. Почему? Потому что а сколько дается за ВА? Не помню. Ты мне ситуацию хоть объясни, зачем мне туда тэпнул? Смотри, на тебя поступила жалоба, потому что ты используешь такую херню, чтобы менять голос. Voice mod. И смотри, Voice mod, да. И полная неприкосновенность написана Барт и Таки, почти закон. И ты арестовал за то, что он не дома в ком час. Ну так нельзя. Да, сейчас полная неприкосновенность чем обоснована? Мэр, не купили ее у мэра. Или что-то еще там. У мэра возможно такое покупать? Невозможно. А почему? А потому что мэру запрещено правилами сотрудничать с криминалом, которым как раз таки и является эта кибермафия. Но долбоебам на этих профессиях похеру, и они ставят туда своих друзей в эту неприкосновенность, просто потому что они с одного клана. У мэра возможно такое покупать? Возможно. Да, можно. А где это прописано? Неприкосновенность. Угадай. Ну просто прекрасный ответ от донатного админа, который точно купил админку ради того, чтобы помогать игрокам. Это нигде не прописано, это такие правила. Ну, это не правило, значит, раз это не прописано ведь. А сейчас будет самый мощный панчлайн за этот год, ребята, держитесь. Типа, если не прописано то, что ты можешь ходить на админбазу без причины, типа, за то, что будешь ходить на админбазу без причины, половина админобуз. Ты внятнее говори, чуть помедленнее, я не успеваю за тем, что ты говоришь. Типа, если можно будет идти на админбазу, но нельзя будет идти на админбазу... Ты понимаешь, что ты сам вообще говоришь? Ты сходишь на... Да, ты сходишь на админбазу как-то там, хз, чеками. Какая админбаза, при чем тут это? Ну, в правилах же не написано про админбазу. Он не может грабить и сотрудничать с криминалом. Но... Покрывать криминал от наказания за правонарушение – это и есть сотрудничество. Я у тебя вижу живой собус, и фриарест тоже. Я вижу, говорю, что мэр закон прописал такой, который покрывает мафию, правонарушение. И это мафия, неприкосновенность, это нон-РП. Этот закон неадекватный в этом плане. Окей, тогда у тебя только voice abuse, потому что того, что используешь, в руку нет, херню. Нет, у меня voice abuse. Да, махинация. Ты проверил как-то? У меня нету voice abuse.
Проверил ли он? Нет. А почему? Так нахуй оно нужно вообще? Проверять, что-то читать? Вы посмотрите мои ролики внимательнее. Там разве есть люди, которые, ну вот, похожи на тех, кто умеет читать, какую-то текстовую информацию воспринимать, может быть? Нет, конечно. DarkRP юзер заядло, разумеется. Вряд ли может осилить состав освежителя воздуха, пока он занимается, как он думает, важными делами. А вы мне тут про правила говорите, про абзацы текстов. Вы, блядь, юморные... Voice mod. Какой voice mod? Я говорю, нету у меня этого. Окей, у тебя махинация, я тебе выдам махинацию. У меня нету ни того, ни другого. Только извини, я ему смогу только на час выдать. Ты не против там? За часик, да, напереспанал, просто забаню его. Сейчас будет админ. Ну, просто на час ему выдам, ничего не будет все равно. И ему, наоборот, немного срок уменьшу. Кому он ничего не будет? Ой, как зря, блядь. Так, стоп, а подождите, ребята. А диктатора он снимет, нет? Он не снимет диктатора. Да, блядь, он не снимет его. Ебать. Охуеть. Ну, теперь смотрим за тем, за что меня забанили. Махинации. В чем махинации? В том, что у меня якобы нету voice мода. Да, я сказал, что у меня его нету, но человек этого даже никак не проверил. Значит, получается так. Открываем. Остальное, что это, медицинский вейп, разбан. Отлетел я, короче, за махинации, за неправду, за ложь, за пиздеж, за то, что я ему напиздел, напиздюнькал, обманул, солгал, сказал неправду. В общем, я такой плохой, ребята, нечестный человек, да? Вы скажете, а что тебе тут, сука, опять не нравится? А не нравится мне вот что. Когда ты оказываешься на жалобе, то админ вместо того, чтобы тебе объяснить, то, что ты там якобы не так сделал, он начинает либо орать, ржать, говорить, что у тебя еще одно нарушение, хотя ты первого даже своего нарушения не знаешь. Ты в непонятках сидишь, в начале жалобы думаешь, что от тебя, сука, хотят, а он уже на час вперед твою судьбу решил. Глист ебаный мелкий. Ну это ладно, ребята, это еще полбеды. Проблема другая в том, что когда ты оказываешься на жалобе, и у админа закрадываются в голову такие сомнения по поводу твоего голоса и его достоверности, это я про voice mod, если что, то он может спокойненько убедиться, попросив твой Дискорд, вбив твой Дискорд как раз таки в канале Дискорда этого сервака и посмотреть, есть ли у тебя отметка такая, что тебе разрешено пользоваться саундпадом, изменять голос и так далее. И да, он этого не сделал. Он ни разу не проверил, не спросил, есть ли там разрешение на этот voice mod, не попросил ли там, не знаю, Дискорд мой, чтобы просто проверить. Нет, он просто... Я только, блять, нажал кнопку, я только вдох сделал, он уже... У тебя voice abuse, охуеть! Итог такой, он нарушил два админабуза. Один относится к тому, чтобы человек не вел себя халатно и не относился снисходительно к нарушениям, то есть не закрывал на них глаза. И второй пункт — это бан по ошибке без доказательств или же по личным причинам. Наш вариант второй. Чего? Его тоже на voice abuse. Да, здравствуйте, его... Ну, voice abuse. Что voice abuse? У вас используется посторонняя программа для голоса, у вас есть? Нет, у меня. Привет, такая. Нет у меня программы. Такая, привет. Так, нарушение. У меня нету программы. Как он voice abuse-ил так? У меня нету. Да у него денег нету. Нету у меня voice abuse. Ау, у меня нет voice abuse. У вас есть voice abuse изменение голоса. Как ты это понял? Просто, Макрен, у вас нарушение voice abuse, получается, я вас баню 10 минут. У меня нету нарушения этого. Если вы будете... Если вам не понравится моя работа, можете подать на меня тикет в дискорде. У меня нету voice abuse, говорю. Ау, у меня нет voice abuse. Но если ты против решения или не согласен с админ... Ебать. Дискорд не запросил. ADM 1.8. Правильно ведь? Или там 1.7? 1.8? Да, 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 да. Мне на самом-то деле похуй. Я с этого, с каждого бана просто спокойно разбанюсь платно, ребят. Просто прикол в том, что, заметьте, один и тот же человек подает жалобы, чтобы выжать меня с сервака. Только я не понял, нахуя, а главное, зачем. Вот. Это очень интересная
На самом деле, бля, я уже двоих челов нашел, которые без проверок всяких просто решают, что у меня voice abuse, махинации по поводу voice abuse, ебанутые. Вам же лишь бы чела забанить, блядь. Пиздец. Ладненько, ладненько. У тебя были ко мне вопросы, я слушаю, жалоба закрыта. Мне бан выдал, не узнав мой дискорд. Я тебе сказал, что у меня нет нарушения. Прописано... Прописано... Ты мне бан выдал за voice abuse. Не перебивай только сейчас. Voice abuse. Без доказательств того, что у меня нету разрешения. Я тебя спросил, есть разрешение? Ты сказал, нету. Я сказал, что у меня... Я, может быть, слышу хуёво, ребята, но мне кажется, не совсем. Как оказалось, я хорошо слышу, слышал и, наверное, буду слышать, потому что он такого у меня не спрашивал. А если где-то и был похож на этот вопрос, то его попросту не было нормально слышно, потому что то ли кнопку он отжал, то ли еще что-то. Но я ему сказал, что у меня нету этого нарушения, и прямо он вопрос не задавал, есть ли оно у меня или нету. Понимаете, ребята, одну простую вещь. Чтобы жалоба прошла нормально, без подобных нарушений, администратор, если у него есть подозрения, он должен сказать, что вот ты ему написал свой Discord. Он вобьет его в поиск как раз таки Discord сервака этого проекта и посмотрит, есть ли у тебя подпись, что у тебя есть разрешение на voice mod, voice abuse и так далее. Частенько в комментарии захаживают ребята, которые думают, что челики незаслуженно улетают в бан на огромные сроки и так далее, и не всегда этим довольны. Не, ну я просто попробовал человеку спокойно объяснить, что он сделал что-то не так в конкретном моменте. Но, как видите, он не захотел слушать, у него своя правда, он просто сказал то, что ему по-быстрому удобно будет сказать, и съебался. Тогда вариантов остается не так уж и много. И единственный из них — это дождаться старшего админа, который может разобрать ситуацию на обоих из этих дурбецелов. В общем, я получил пизды дважды за voice abuse и махинации. Первый раз это у меня все сохранилось, да у меня и второй раз сохранился. Суть такая, на меня жалуются несколько раз подряд, что у меня voice abuse. Ни один из администраторов, кто мне выдавал наказание, не запрашивал мой Discord, чтобы пойти туда посмотреть разрешение. И у меня он на одной из жалоб спрашивает, есть ли у тебя разрешение там что-то или что-то такое на записи, его voice не договаривает. Я говорю, у меня нету нарушения этого правила. И он мне начинает говорить, что вот у тебя нарушен тогда voice abuse, у тебя нету разрешения. Я говорю, а как ты это понял? Он говорит, легко, и выдает мне наказание. Ребят, я вас немножечко перебью. Стойте. Смотрите, Макрам, я сейчас вам кратко просто объясню, что мне сейчас нужно вам сказать. Первое, это о том, что у вас немножечко искажен голос. Я не могу говорить о том, что у вас, возможно, есть там voice changer или нету, потому что, ну, у вас микрофон какой-то плохой, и голос немножечко как будто искаженный. Это действительно администраторы могли именно об этом подумать. Этот администратор, видимо, у вас спросил о том, что есть ли у вас разрешение у voice abuse. Вы ответили нет, правильно? Я сказал, что у меня нету нарушения этого, а не разрешения. И меня Discord никто даже не просил. Две жалобы одинаковые, одно и то же почти говорят. Ты ту и другую просто посмотришь и скажешь, есть ли там нарушения какие-то или нет. Никто не говорит сразу идти в... Макраме. Лагает, если сюда смотрю, сейчас я развернусь. Все, voice abuse. А еще он меня арестовал, когда у меня неприкосновенность. Лагает сейчас, подожди. Фриарест. Фриарест? Ну все, бань его сразу. Ну вот. У меня никто не спрашивает про Discord, чтобы удостовериться насчет разрешения. Они просто банят и решают там, у кого махинации, у кого voice abuse сами. У администратора нарушено ADM1.7 и ADM1.8. У вас есть еще на кого-либо жалоба? ADM1.7 и 1.8, все как я и записал. То же самое практически с тем же админом. Он также у меня не спросил у Discord, чтобы удостовериться. Угу. Ну, на кусая я не могу. Думаю, вы уже понимаете, да? Но выдавать сейчас наказание я как бы не прошу. У меня смысл в чем? Пока мы в Дискорде, просто посмотреть, есть ли там также это нарушение правила или нет. Я не говорю, ну давайте что... я посмотрю демонстрацию экрана. Если там что-то будет, я обязательно скажу об этом высшей администрации. Ну и все.
Вот единственное, что мне нужно. А, вот тут что. С донатом долбоебом разобрались. Теперь переходим к наборному. И как он уже повторял несколько раз, он не может самому выдать наказание. Но если там будет нарушение, он должен будет, надеюсь, передать это высшей администрации, которая уже в свою очередь примет меры. Да-да-да, здесь есть 1.7 за махинации. Именно то, что вы там сказали, это было бы нарушение махинации. Он должен был спросить у вас, есть ли у вас само разрешение. Смотрите, об этом я доложу высшей администрации. Я могу сейчас телепортировать того администратора, которому вы показывали мне демонстрацию экрана в самом начале, и мы с ним разберемся просто по голосу. 1.7 у него будет? 1.7 и 1.8, только это не укусая. Закусая, у него точно есть 1.7, и, ну, думаю, 1.8, да, тоже есть, да. Ну вот, это все, что мне нужно было.